В Уральске избирателям, которые раньше всех придут на выборы, будут дарить шоколад в обертках, выполненных в национальном стиле. Сейчас подготовительные работы на участках практически завершены. Наши корреспонденты убедились в этом воочию. Избирательный участок в Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Утемисова. Здесь нам демонстрируют список избирателей. Он висит на самом видном месте. Люди могут проверить наличие своей фамилии, ознакомившись со списком. Участковые избирательные комиссии отметили, что перед выборами они провели большую организационную работу. Так что уверены они, все пройдет гладко. В нашем участке сейчас в данный момент 1815 избирателей. Мы по всем этим избирателям обходили, созванивались. Приглашительные листовки мы уже выдавали. Мы в день голосования их ждем. У нас в участке имеются лица, которые по инвалидности, по состоянию здоровья. Мы принимаем заявление для голосования на дому. В день выбора, после 12, мы к ним подъедем с нашего участка член комиссии и возьмем голос с бюллетенем. Голосование пройдет в большом зале, где созданы все условия для наблюдателей, представителей комиссии и избирателей. В 440-м избирательном участке все готово для проведения выборов. Вот здесь есть государственная символика. За этими столами будут работать представители участковой избирательной комиссии. А вот урна для голосования. Не забыли здесь и о впервые голосующих и ветеранах. Для них приготовили специальные шоколадки. На участках с нетерпением ждут начала выборов. Только тогда члены избиркома смогут вздохнуть спокойно. Первый голос – это 7 утра. И последний голос – 8 вечера. В тот момент, когда мы разносили пригласительные, приглашали, вот такого недоброжелательного отношения мы не почувствовали. Или агрессии, что не пойдем, не будем, или нам это не нужно. Все сказали, даже ветеран у нас, вон, ветеран Пастухов Почпаева, 30, живет, /1, мы предлагали на дому, он сказал, нет, я приду сам. В участковых избирательных комиссиях обещают встречать избирателей с улыбкой и хорошим настроением. Это поможет превратить выборы в праздник. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.